Привет, друзья! Наш Тоша решил сварить себе покушать. Он хочет заменить хозяйку на кухне и начал уже осваиваться с плитой. Что ж это такое за устройство и как ей пользоваться? Да, Тоша решил клювиком включить газ. Вот такой наш Тоша интересный хозяйственный попугайчик. Да, Тошка? На полу, не знаю, что ты хочешь найти. Продукты? Найти продукты и изготовить их на плите, да, Тош? Тоша? А мы его все равно прогоняем с пола. Не надо там подбирать ничего, Тошка. Что ты там уже что-то выйти откопал? Я ж дернулась камерой, Тоша хотел атаковать камеру. Тут вот Полина сидит, на обед пришла, кушает. И Тоша решил ей помочь. Да, Тош? Тошка? Так, он неугомонный наш Тоша безобразничает. Да. Тоша. Ох, Тоша, озорник. Ох, и Тоша, озорник. Вот такой наш Тоша безобразник маленький. Зеленый. Попугайчик наш. Прощаемся мы с вами, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал Зеленый Попугайчик ТВ. Ставьте лайки нашему озорнику зеленому. А на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока.